Ну вот теперь я обратно вернул 256 жесткий диск от Apple, и смотрите, как он включается. Вот подключаем питание, нажимаем кнопочку. А, ну он еще опять опознается. Ну, включился, в принципе. Не включается. Может, недостаточно включил. Ага, я жду, чтобы он включился. Компьютер уже на видео, распинаюсь. А он не включился. Почему? А все потому, что питание я тут в розетку подключил, а в компьютер забыл вставить. Бывает. Это надо вырезать. Вот все, вот питание.